Страшный пожар в Первоуральске унес жизнь человека. Возгорание произошло в частном доме в Первомайке. Пламя охватило 120 квадратных метров. На место возгорания выезжали три автоцистерны 47-й пожарной части и одна завода «Русский хром». В ликвидации пожара приняли участие 11 человек. При тушении огня обнаружили тело погибшей владельцы дома. В настоящее время сотрудники полиции и Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Напомним, что за 13 дней этого года произошло уже 9 пожаров, в которых погибли человека. В соответствии с принятым постановлением главы в городском округе продолжает действовать особый противопожарный режим. Специалисты рекомендуют первоуральцам принимать все меры предосторожности. В первую очередь надо проверить электропроводку, потому что приборов сейчас все больше и больше. Это электрочайники, стиральные машины, микроволновки, холодильники, телевизоры, обогреватели. И если у вас старая проводка, ее надо менять и ставить ту проводку, которая выдержит мощность одновременно включенных всех электроприборов в сеть. И смотреть за соединениями, что не было ни скруток, ничего, а цельные выполнять согласно правилам эксплуатации электроприборов.